Техноигрушки. При упоминании стран-производителей роскошных автомобилей на ум сразу приходят Италия, Великобритания и Германия. О Латвии обычно никто не вспоминает. А на самом деле эта прибалтийская страна уже более 100 лет производит автомобили. Самым известным латвийским производителем является «Руссобалт», выпускавший грузовики, автобусы и лимузины. Самое удивительное, что «Руссобалт» произвел одну из первых в мире раллийных машин, победитель ралли Монте-Карло 1912 года. Позже «Руссобалт» перешел к выпуску бронированных автомобилей «Промбронь». Эту традицию поддержала компания «Дартс» со своим внедорожником. Необычный гигант соединяет в себе железную силу советской власти и стремление к роскоши, свойственное российским царям. Его называют самым безопасным автомобилем на Земле. Производители имеют в виду не только защиту при авариях, но и при обстреле, а также бомбежке и даже при падении метеорита. Мы называем это роскошная безопасность. Мы используем советские капсульные технологии. Так защищались машины Сталина и Брежнева. Несмотря на императорский герб на руле, Дартс не скрывает свои тесные связи с историей советского автопрома. Каждый автомобиль выполнен на основе металлической капсулы из стали и слоистой керамики. Эту технологию отработали советские инженеры, но она по-прежнему главенствует при производстве бронемашин. Автомобили собираются вручную, а в двигателе нет уникальных деталей, чтобы не затруднять обслуживание в других странах. Промбронь в базовой комплектации стоит 650 тысяч долларов. Машину можно обустроить на свой вкус. Сделать салон из змеиной кожи, крышу из армированного стекла и повысить мощность двигателя. На промброне установлен 8-цилиндровый двигатель от General Motors мощностью 400 лошадиных сил. Он разгоняет внедорожник до 180 км в час. Промбронь не только самый быстрый, но и самый безопасный из бронированных внедорожников. Модель выпускается с разными уровнями защиты от B2 до B7. Производитель заявляет, что на B7 машина выдерживает удар из ракетной установки. Если вы рэпер и хотите обзавестись стильной новинкой или просто желающий прокатиться по местам военных действий, промбронь доставит вас из пункта А в пункт Б в советском стиле.